нормально. Все усиленно чистим грибы. Кроме меня, конечно. Я лентяй, ничего не хочу. Лиза хворает. А, Лиза водится. Че, сколько еще? Много еще? А, я думаю, даже половину еще. Вот. Опять у меня грибы падают. Молодцы. Теперь вы научились различать грибы. Готов. Белых много очень сегодня насобирали. Я мало насобирал. Белые грибы. Красноголовики белые. Вот таких вот красноголовиков много. Белые. Вот таких вот. Да. Да иди ты. Иди от меня. Да улетит она сейчас, не бойся. Чего она не тронет? Она просто так не жалит. Она жалит, когда на нее лезут. Вон оса! Вон она летает. Лови ее. Так, работаем и одновременно грузим ролик. Для наших зрителей. Это уже ролик прошлый. А большие... Арбузные корки, арбузы эти, корки дынь, огрызки яблок, тут даже перцы есть. В общем, все для животных. Ничего зря не пропадает. Уходы съедают животные. Курицы вообще сейчас махом все съедят. Они всеядны. Им мясо дают, так они и мясо съедят. Ганнибалы. Пока девчата чистят грибы, я займусь техникой. За техникой тоже нужен уход. Без этого никак. Поэтому сейчас я помою автомобиль. Давно его уже не мыли. Уже я не знаю, сколько мы его не мыли. Обычно как помоешь, сразу дождь идет. Не знаю. Или совпадение это. Или случайность. Или закономерность какая-то. Но не суть в этом. Суть в том, что следить надо. Мы сейчас приехали из лесу, только что ездили за грибами в лес. Там очень много кипрея, он уже отцвел, уже пух от него летит. И этот пух везде. И в салоне, и везде, где только можно. Короче, надо сейчас все чистить, отмывать. Руки все черные от грибов. Так что, поехали. Слово сказать как раз на эту тему, что я вожу в багажнике всегда. Абсолютно всегда. Ну, это инструменты. Здесь всякие инструменты. Здесь головки обязательно. С трещоткой. Компрессор. Обязательно вожу модуль зажигания или катушку зажигания по-другому. Был у меня негативный опыт, когда у меня в дороге сгорела катушка зажигания. А без нее уже никуда не уедешь. Но это тоже бэушная, но она рабочая. Ну, курточку рабочую, мало ли, где-то в дороге пригодится. Даже тормозуха, баллончики, то с собой вожу. Про этот огнетушитель. Обязательно домкрат. Домкрат, без него никак. Перчатки. На всякий случай. Старое покрывало. Это на случай, если вдруг мне бывало, что мешок корма надо привезти или еще что-нибудь в багажнике. Постелишь ее и сверху уже мешок можно бросить. Потому что на старой машине, помню, возил. Просто багажник корма бросал. Потом эти корма, вот комбикорм, кормосмесь, отруби, они въедаются потом вот внутрь, прям туда. Очень сложно их потом отмыть бывает. Все сложно очень. Обязательно буксировочный трос. Это обязательно. Без него никак. Короче, целую мастерскую с собой приходится возить. Пакетик. Знаю одного шофера, ездит на какой-то иномарке, Kia Spectre, что ли, не помню. И главное, ездил везде, не только по нашему региону, в другие регионы ездил. У него с собой даже баллонника нету. Это просто, ну как ты ездишь без баллонника, если колесо проткнешь или спустишь там или что-нибудь.
Это же Россия, друзья. Как тут приходится целую мастерскую возить? Кроме этого, у меня всегда с собой топорик. Обязательно лопатка саперская. Ну, такая маломальная. Баллоник это обязательно. Ну и мелочевка разная. Аварийный знак. Всякие тряпки. Ну, в общем, все такое. Без этого никак. Особенно, когда в дальнюю дорогу едешь, это вообще... С собой с нас зимой. Ну и спички обязательно. Или газовую горелку обязательно с собой навозить. Потому что научен я уже горьким опытом. Так что приходится возить с собой самые необходимые вещи, инструменты, которые нужны, могут быть в дороге. Ну и, конечно же, приходит к нам на помощь наш маленький малыш Кёрхер. Сил у него, конечно, немного, но, однако, моет. Так что... Хорошая штука. Вот она, ржавчина пошла. Надо ее убирать. Она внутренняя, под эмалью. Зачищать. Обезжиривать, грунтовать и снова красить. Иначе все уже гниет, старушка, гниет. Здесь тоже. Так, одно дело сделали. Сейчас примемся за другое. Сейчас баньку затопим. Итак, сейчас нужно заварить вот этот стульчик. Это стульчик одного из наших зрителей. Тут, короче, вместе с мясом оторвало. Даже не по сварке, а прям вместе с металлом. Сейчас надо будет все здесь приварить. Прихватить еще остальные на всякий случай. Покрепче, чтобы было. И все. Андрей сразу снял сиденье, ну, уже приготовил, потому что чтобы мне уже не снимать его. И осталось мне только переварить. И потом поеду в город как-нибудь и завезу ему обратно этот стол. Будем варить. Вот в этом месте оторвало. Не по сварке, а именно прям с металлом от ножки. Наша задача сейчас вернуть все на место и прихватить. Сейчас вот такой красочкой немножко подкрасим. Чтобы не пошла ржавчина. С другой стороны также. Все. Чуток так.